Mă gândesc, mă ochii să-i simt, dar de simt firul apălea. Мы сегодня не просто будем петь, мы сегодня будем рассказывать истории, которые случились с нами за предыдущие лет 5-7, как существует наша группа. У нас это не песни, у нас это реальные случаи из жизни, которые очень интересно послушать и что-то узнать новое о нас и о себе. Моей летят на тему джаз, на тему блюз. В комнате моей портвейна лужта и хватает сигарет. Хотя мне душно, может, выйду на балкон и закрю. Вспомню о тебе! Хорошо!
специально для «Джаз Коктебеля» следующая песня. Thank you.
Я ушла, уйду я.
Спасибо. Сейчас мы еще... Это одна из единственных песен, которую не просто мы написали в соавторстве со многими композиторами. Надеюсь, кто-нибудь узнает. Тоски, по горло риски стоя и по уши земли. Он проходил по нервно шерсть, как дома по траве.
что-то промочив, он открывал глаза. И те, кто знал его давно, у тех текла слеза. А те, кто знал его давно, уж пару сотен лет кивали молча головой, не понимая бред. Yeah!